По меньшей мере 46 человек пострадали в Барселоне в результате разгона демонстрации на одной из центральных площадей города. Там на протяжении почти двух недель простоял палаточный городок, обитатели которого, в основном молодые люди, протестовали против высокой безработицы и мер правительства Испании по борьбе с финансовым кризисом. Полиция использовала против бастующих резиновые пули и дубинки. В результате площадь была освобождена, палаточный городок демонтирован. Два участника акции протеста задержаны.